сегодняшнюю игру? Очень хорошая игра. Вообще вся команда выложилась на 100%, выполнила тренерскую установку полностью. Все отработали, что в защите, что в нападении. Все довольны. Играли и болельщики, и команда, конечно, все довольны. Результаты тоже. Вратарю помогли первый матч, но мы сыграли себе. Будем устраиваться теперь на следующую игру. Все, спасибо. Спасибо большое. Дело в том, что когда допускаешь так много ошибок в обороне, значит, надо забивать. К сожалению, сегодня мы ничего не забили. Очень много ошибок сделали в обороне. Ну, вот результат по этому поводу. Хочу, во-первых, поздравить, что сегодня команда соперников мне очень понравилась, очень мобильная, боевая. На каждом участке поля навязывала сопротивление, борьбу. И фактически в своей зоне обороны они очень хорошо отыграли. Были моменты у нас, но мы не использовали. Соперники тоже создавали моменты. И вот использовали все 4 момента, которые превратились в гол. Моментов больше было, но использовали всего 4. Хочу поздравить с победой. Они сегодня по боевому настрою, по содержанию игры были сильнее. Вот приятно слышать такие слова команды, лидирующей команды по внутренней. О нашей команде что можно сказать? То, что не получилось у нас в Липецке. Повели 2-0. Я тоже, верится, такой счет для нас какой-то скользкий. Если вспомнить 2-0. Вели с другими командами, проигрывали, даже так мы доводили дело. Так что где-то третий гол, это у нас очень кстати пришелся. А так вся команда отыграла здорово. Спасибо болельщикам за поддержку, что они взирали наше такое положение, турнирное положение. И на проигрыш в Липецку болельщики любили, какие пришли, поддержали, добились хорошей игры, в первую очередь по содержанию, по игре, и отсюда вышел результат. Большое всем спасибо.